Ребят, всем привет, всем здорово, всем салют, всем здрасте. Скоро открываем детейлинг, ну точнее Антоха открывает детейлинг, потому что занялся этим делом очень и очень серьезно. Сейчас на примере этого челленджера мы вам покажем, что чревато, ну да, чем чревато не мыть машину после мух. Вот это до полировки мойка не убирает, блин, на камере еле видно. Вот, мойка не убирает вот такие вот пятна после мух. Вот, остается только полировать. У нас уже отполирован Sky, но его еще раз нужно проходить, потому что нам полировал другой человек. Антоха будет удалять все косяки, скажем так. Челленджер наполовину отполирован. Также на очереди BMW. Пускай пройдемся финалочкой, да, Антох? Можно. Ну и с всеми компонентами и профессиональной машинкой, пожалуйста, пока будет недорого и недешево в последующем. Обращаться к Антохе. Адрес скоро будет показан.